общем, хрен с ним пока что, с этим морем. Я тут ехал и увидел просто деревья и полянку, и тени. Решил здесь немножко отдохнуть. Вот прямо вот здесь вот остановлюсь. Сейчас где-то 3 часа дня, уже прям припекло основательно место мое. И самое время просто посидеть. Вот так вот. Где-то часа 2-3 я пилил почти без привалов. Без остановок. Последний раз в обед останавливался поесть. И все. Но сейчас, вот после того, как я заехал в тот тупик, в итоге я решил вернуться по трассе немножко на юг, в обратную сторону, чтобы завернуть на нормальную дорогу, которая ведет к национальному парку, и она будет идти вдоль моря. Вот, причем там будут, значит, рядом проходить вот такие вот скалы. Но это скоро-скоро будет. В общем, тогда я включу, когда начнется что-нибудь интересное. Я надеюсь сегодня обезьян там увидеть. Достаточно близко к скалам подобраться. Там есть еще пещера, но туда что-то залазить неохота пока. Что там делать? Особо ничего не снимешь, там темно. Пещеры и пещеры. В общем, ладно, пока отдохну, где-то минут 20, может быть, и там уже посмотрим, что интересного появится. Вот дорога, по которой я ехал. Мне будет надо ехать налево.